Открытый юношеский футбольный турнир уже стал традиционным. В этом году он прошел уже 8-й раз. Участие в нем приняли 6 команд из Шарлыкского, Ташлинского и Сракташского районов и из города Оренбурга. Кроме того, своих воспитанников двух возрастов выставила детско-юношеская спортивная школа «Газовик». Хочется поблагодарить компанию «Спортпроект» за такие инициативы, что проводят данные мероприятия в городе Оренбурге. Мы поддерживаем стараемся поддержать все начинания, такие турниры. Вот уже 8 лет поддерживаем этот турнир. Страсти на поле кипели нешуточные. За возможность поднять над головой заветный кубок юные футболисты отдавали все силы, демонстрируя при этом свое мастерство. Ведь помимо наград, соревнования еще и возможность проверить себя в поединках с сильными соперниками, приобрести бесценный игровой опыт. Это большой опыт. Сейчас мы заявились играть по старшему возрасту, для того, чтобы дети почувствовали борьбу, почувствовали игру в футбол. Как бы вот во всем этом складывается их рост в футболе. Организаторы приготовили для спортсменов ценные призы. Помимо кубков и медалей, победители и призеры получили сертификаты на приобретение продукции компании «Спортпроект». Так что без подарков не остался никто. Наш турнир, который мы уже действительно 8-й раз проводим, это, в общем-то, такой вклад в развитие оренбургского футбола и, наверное, российского тоже. У нас всем участникам, вне зависимости от места, мы дарим подарки. Сувениры, которые подготовили мы от своей компании. В итоге первое место на турнире заняла команда «Зенит» Оренбург. Серебро у футболистов «Дюш» «Газовик» 2003. Третьими стали игроки команды «Темп» из Шарлыкского района.